Всем привет! У нас сегодня в обзоре универсальный термос от фирмы Татонка емкостью 1,2 литра и 1,5. Ну что ж, настало время для более детального обзора. Хочется обратить ваше внимание, что это лучший выбор для использования в походе. Термос из нержавеющей стали с двойными стенками благодаря вакуумной изоляции поддерживает горячее содержимое в горячем, а холодное в холодном состоянии. Ну что же, давайте его откроем. Большая чашка. Пластиковая маленькая тарелочка. В чем фишка этого термоса? Его можно использовать как для первого и второго блюда, так и использовать для горячих напитков. Если вы хотите использовать его для чая или кофе, открываете вот эту пробку. Вот так вот она выглядит со всех сторон, конец прорезиненный. И заливаете туда жидкость. И если вы хотите его использовать для первого или второго, вы откручиваете вот эту вот пробку и заливаете содержимое внутрь. Также хочу обратить внимание, что внутри здесь есть специальная ручка, которую можно подцепить. Ведь когда вы лазите, либо когда вы участвуете в походе, не всегда удобно держать термос в руках. С помощью легких движений рук можно подцепить термос на вот такую вот специальную застежку. Поэтому ваше приключение становится не только путешествием, но и безопасным. Покупайте универсальные вещи на сайте mandrivnik.com.ua.